Всем привет с канала Брим Дим. И сегодня у нас видеоролик. Опять-таки мы на водоеме. Сидим, ловим рыбу. Это для тех, кто не смотрит влоги. Будем замешивать прикорм по нашей технологии, так скажем. Все-таки у каждого рыболова есть своя технология по замесу прикорма, свои хитрости и тонкости, которыми мы с вами сейчас поделимся. Будем замешивать прикорм на густерку, на подлещика. Может быть, плотва зайдет. И надеемся, что лещок нас тоже порадует. Так, по прикорму у нас Миненко специи, потому что мы сейчас ловили на сливу. Ну, все-таки еще холодно, вода тоже не прогрелась, и на сладкое что-то не особо идет. И лещ черный для мути, для темного кормового пятна. И сейчас прям будем замешивать со всеми тонкостями. Приступим. Итак, прошу прощения, что немного штатив снизу видно, но, к сожалению, лучше приспособиться мы здесь не можем. Итак, для того, чтобы нам сделать прикорм для той рыбы, которую я уже обозначил, это густерка, подлещик, мы берем пыль, которая будет пылить. Уклейки здесь нет, поэтому мы можем не беспокоиться, что мелкая рыба испортит нам клев. Поэтому мы берем, отсыпаем. Мы не будем делать на все пакеты прикорм, потому что, наверное, мы не будем сегодня прям-таки до вечера сидеть рыбачить. Но если что, ничто не помешает нам замешаться второй раз. Далее мы добавляем, допустим, лещ черный мы используем как базу. Далее мы добавляем тот аромат, который у нас будет. В данном случае специи, потому что вода холодная, запах острый. Острый, пряный прям такой. Примерный замес это один к одному, то есть там пол пакета леща черного и половина пакета специй. Берем прям вот так вот, перемешиваем его. Мы можем не беспокоиться о том, что у нас будет какая-то разность фракций, потому что помол у прикорма один. Далее мы берем нашу вот такую баночку. Это, можно сказать, самодельный криль. Криль это порошок, это перетертый порошок, сделанный из атлантической креветки. У нас в городе его найти трудно, а если есть, то стоит он примерно бешеных денег. Поэтому заходим в зоомагазин, берем гамарус для кормления аквариумных рыбок, либо черепахи, и перетираем его в пыль. Можем даже оставить сколько-то тут неперетертых, как получилось. И прямо вот так вот обсыпаем. То есть рыба в реке питается не столько опарышем и червями, потому что их в реке нет. Гамаров для них, наоборот, это тот приоритетный корм. Далее, уже вот здесь вот у нас замоченный перец. Он хоть и сливовый, но он особо такого аромата не даст. Все-таки у нас тут специи по большей части. Он нам даст то, что у нас будет крупная фракция, так скажем. Поэтому мы его от жидкости отделяем, насколько можем. Он очень хорошо размокает в воде. То есть я даже слышал, что ловят просто на него, давая ему настояться. Он превращается прямо в липкую субстанцию. И его можно забивать в методные кормушки. У нас остается вот такая вот жижа. Чисто сливовый запах, который можно вылить сюда, можно вылить в реку. Там, где вы ловите, будет использоваться как привада. В данном случае мы выльем. Что же дальше? У нас тут есть и увлажненное, и сухое. Мы же не будем закидывать это все так, потому что никакой работы в корме не будет. Что нам нужно сделать?
мы сейчас берем емкость, берем воду. Сейчас я даже отойду к воде. Так, вот, взяли мы емкость с водой, начинаем потихоньку заливать и перемешивать. Самое главное в прикормке – это ее не переувлажнить. Если вы сделаете из нее кисель, то вместо того, чтобы забивать в кормушке, вы можете сразу кинуть это в реку, потому что в кормушке кисель держаться не будет никаким образом. Высыпаться он также не будет, он у вас просто вывалится в полете. Либо даже в моменте заброса. Прям вот начинаем уминать, переминаем. Убираем наш совочек замечательный. Кстати, по поводу совка. Лайфхак такой для замеса корма, особенно в больших ведрах, то есть там в 10-литровых, если вы собираетесь там на целый день, руками мешать трудно, попадает под ногти, особенно всякий пелец, мелкая такая острая фракция, это все больно. Есть карповые лопатки вот такие, которые стоят там до 400-700 рублей. Вот этот совочек замечательный, из прочного пластика, я взял в ленте по... карте лента за 9 рублей 99 копеек. То есть цена ему 10 рублей. Вот. Так что рыболовы могут для себя очень много найти в магазине лента. Сейчас мы уже видим, я на ощущение даже вот такое вот смотрю, что он лепится. Но он сейчас, если мы его не доведем до ума, он у нас постоит, особенно вот на солнце, подсохнет. Снаружи будет липкий, внутри будет сухой. И работать он у нас не будет никаким образом. Поэтому я его сейчас вот руками поперемешиваю, чтобы разбить все камушки вот такие. И сейчас, как я его поперемешиваю, мы ему дадим 5-7 минут постоять, чтобы он впитал в себя воду, которая в нем есть. Он станет более рыхлый, и можно будет увлажнить его уже второй раз. Так, у нас уже прошло 5-7 минут. Прикорм, так сказать, попил уже воду, то есть сверху он почти уже такой суховатый, рыхлый. Лепится он, ну, хорошо, довольно-таки. И от удара он будет как раз-таки рассыпаться. И поэтому, я думаю, даже для наших условий ловли он нам такой пойдет. Просто мы вот эти все катышки, шарики не будем кидать в кормушку. Их можно будет даже просто так покидать. Вот. А так, то есть, если вы хотите себе сделать рабочий прикорм, делайте вот как показано в видео, просто оставшиеся шарики, вот эти, вы можете их взять, выбрать и вот так вот просто перемять. Опять переминаете их в труху, перетираете, или же просто посредством взбалтывания вашей емкости с прикормом вы их отсеиваете и можете их даже покидать на место вашей ловли при помощи спомба. Так как они будут лежать на дне, они не будут тухнуть, как какая-то кукуруза либо вареная пшенка. Так как это прикорм, они сразу же в воде будут растворяться до состояния порошка. Если вы хотите увлажнять второй раз, то вот, сливая корм от пелица, либо от прикорма, можно его оставить, эту воду как раз-таки слитую, она будет ароматизированная вашим прикормом, и можете просто долить ее.
Итак, мы замешали прикорм, мешались на Миненко специи и Миненко черный лещ. Хочу сказать, что будут еще видеоролики по прикорму. Сюда мы не добавляли никакой жидкой добавки, ни мелассы, ни специальной такой смеси из опарышей, потому что не те условия ловли, плюс мелассы у нас сладкая, мы просто испортим всю ядреную пахучесть прикорма ей. И поэтому данный видеоролик подошел к концу. Сейчас мы продолжим ловлю и переключимся на экшн-камеру. А так, спасибо за просмотр. Оставляйте обратную связь. Мы все читаем, на все отвечаем. Пока!